Особое внимание на предстоящих выборах уделят обеспечению безопасности избирателей на УИКах. В 63-м регионе будут работать 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. Везде проверяется доступность запасных выходов и то, как размещены планы эвакуации. Важно, чтобы они были на видных местах. В части соблюдения санитарно-эпидемиологических правил – 100% готовность участков. Об итогах мониторинга рассказал член общественного штаба Лев Долонько. Мы посмотрели очень внимательно размещение камер наблюдения, чтобы не было никаких ни искусственных препятствий, ни возможности даже спекулировать на этом. Самое большое количество, которое говорит о повышении доверия, это видеонаблюдение. И это видеонаблюдение, чем более масштабное. Вот понимаете, ведь здесь в данном случае-то, наверное, еще имеет значение тот фактор, что, может быть, сам человек и не пойдет на это видеонаблюдение, и не будет его делать, но он должен иметь возможность того, чтобы в любой момент проконтролировать подобным образом избирательный процесс. В здании правительства Самарской области прошла встреча губернатора Дмитрия Азарова с представителями общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Глава региона отметил значимость и важность проводимой работы в рамках работы штаба. Хочу отдельно отметить, что желание у людей большое, и большое количество людей откликнулись. И вас поблагодарить за проведенную вот эту работу. Неформальное отношение к этому процессу, конечно, уже сыграло большую роль и создало значительный задел для того, чтобы выборы на территории региона прошли в соответствии с духом и буквой закона. О том, как выстраивалась совместная работа, рассказала председатель штаба Галина Николаева. В своем докладе она подробнее остановилась на роли наблюдателей во время голосования. Их в Самарской области подготовили более 5000. Для дополнительной помощи в дни выборов для них подготовили специальную брошюру, в которой описаны все их права и обязанности. На 17, 18 и 19 сентября сформирован сводный план работы общественного штаба. Сформировано 5 мобильных групп для оперативных выездов на избирательные участки в рамках мероприятий, поступающих в облигации граждан запроса. Мобильные группы укомплектованы членами штаба, юристами, специалистами и представителями средств массовой информации. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Мария Елчан, Григорий Плешаков. События.